Проводить православную святыню в родную обитель пришли сотни верующих. Крестный ход – событие ожидаемое. Ежегодно оно собирает вместе прихожан Туровской епархии. Впереди колонны идут кадеты. За ними священнослужители во главе с владыкой Леонидом, епископом Туровским и Мозырским. Движение перекрыто, верующие идут целым потоком. Улицу наполнил колокольный звон. Кстати, в шествии принимает участие один из трех списков иконы Юровической Милосердной. Оригинал находится в Кракове, но список почитается верующими не меньше. В 2006 году чудотворный образ был случайно найден в Нижнем храме. С тех пор ежегодно после пребывания в Свято-Михайловском кафедральном соборе икона отправляется в Юровический монастырь. Пешком верующие проследуют вплоть до конца моста. Там их будут ждать автобусы. Спешатся они у деревни Юровичи и проследуют до монастыря. Там продолжится всеношное богослужение. Праздничная божественная литургия состоится в Юровичах завтра в 9 утра. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».